Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе курорте Анапа. Зовут меня Юрий Заровский. Сегодня мы находимся с вами возле Анапского ЗАГСа. Я так и не снимал еще эту территорию, потому что не было повода. Но сейчас меня пригласили сюда на работу, так сказать. Надо пофотографировать свадьбу. И мы с вами сможем посмотреть не только внешнее убранство. Видите, вот невесты приезжают, да, тут красота, сделали парковочку. Ну и снаружи, как теперь это выглядит. Потому что прошлый ЗАГС не вызывал никаких, так сказать, желаний фотографироваться возле него. А здесь, ну, действительно, как бы просторно, пространство красивое. Все сделано в очень интересном стиле. Поэтому довольно-таки привлекательно с точки зрения того, чтобы здесь пофотографировать. Конечно, у нас в народе ходят разные, так сказать, разговоры о том, как выглядит наш ЗАГС, кто-то его сравнивает с крематорием, кому-то вообще на ум пришло такое. Ну, были голосования, за которые люди там выбирали, решали, что они хотят видеть в этом месте. В итоге вот получили такое интересное здание. Пока мы еще не зашли туда внутрь, хочется вам рассказать про вчерашние облавы в городе Анапа. Полиция Анапы взяла автоматчиков и вроде даже пулеметчика и устроила зачистку в ДНТ Южной хуторе Красном. В проведении операции правопорядка было задействовано более 20 полицейских из различных служб при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Основными целями мероприятия являлись обход жилого массива, выявление пересечения административных правонарушений, преступлений, задержание лиц, находящихся в розыске. Надзор за соблюдением правил дорожного движения сообщает пресс-служба ОМВД Анапы. Все полицейскими было проверено более 20 лиц, в том числе ранее судимых и стоящих на профилактических учетах. Выявленные пресечены более 15 административных правонарушений по различным статьям КАП РФ. Все правонарушители были привлечены к административной ответственности. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вот так у нас происходят облавы в Анапе. Прям интересно пулеметчиков в Анапе встретить. Но для меня это не новшество, потому что приезжая на СВО, я там вижу постоянно. Ну ладно, новость озвучена. Сейчас давайте ближе к ЗАГСу. Со стороны улицы Ивана Голубца мы видим с вами вот такие вот малые архитектурные формы, как цветники с камушками анапскими. В них высажены разнообразные растения. Ну и вот сам дворец бракосочетания Анапы. Ну, честно, для меня, кажется, было бы лучше, если бы какие-то в греческом стиле колонны были, ну, такого формата. Ну, тоже стиль выдержан, все плиточкой отделали. И довольно-таки интересно снаружи смотрится. То есть парковку я вам показал, в центральный вход в ЗАГС я вам показал. Осталось теперь показать с левой стороны. Здесь сделали очень интересное место для фотосессии, потому что тут можно пофотографироваться, конечно, не на фоне вот этих вот столбов. Я, кстати, не фотографировал, поэтому сейчас не знаю, можно или нельзя, потому что, допустим, вот вышки, торчащие по бокам, тоже мне не особо нравятся. Ветрено. Единственный момент, что здесь сегодня буду выходить в море. Может быть, даже будут вставочки в конце нашего видеосюжета. Ну вот мы видим такие места для автосессии. Вот такие пространства очень интересно смотрятся на фотографиях, когда есть арочные конструкции, жениха с невестой ставишь, и красиво. В будущем недалеком у нас вырастут вот эти все растения, это будет еще более презентабельно смотреться. С правой стороны тоже здание в одном цвете, так что все симпатично, по крайней мере сейчас. На полу плиточка, напоминающая такую же, как в парке Галицкого в Краснодаре. Есть качель. Вот сзади бы высокие деревья посадили за ней, чтобы не на фоне дома. Или вообще какое-нибудь сердечко поставили, было бы вообще идеально. Здесь тоже вечно зеленые туи, за ними деревья. И вот такой вот стенд. Не знаю, что он символизирует. То ли капли, то ли виноград. Но что это похоже. И здесь есть вот такое прогулочное пространство. Тоже не хватает каких-то, не знаю, вещей. Вот как был, допустим, возле самого старого ЗАГСа, там сердечко стояло. Можно было возле него сфотографироваться. Может, фонтанчик какой-нибудь. Ну, что это за камушки какие-то? Как возле них фотографировать? Ну, в общем, будем искать ракурсы. Интересно, лучше, чем было, по крайней мере. Там вообще такой возможности не было. На фоне ЗАГСа фотографировались, там висела разнообразная реклама. Здесь же совсем по-другому все выглядит. Пойдемте знакомиться с молодоженами. Надеюсь, что дождей больше не будет, по крайней мере, в прогнозах нету, но вот там над горами нашими, над Лысой, у нас, видите, какая облачность, там такое ощущение, как до сих пор идет дождь. Оказалось, это наши люди. Вот так мы будем фоткаться. Любовь излучайте, самое главное. Радость и счастье. За талию ее. За талию. Это кто нас советует? Мама. Мама. Вот, все. Ага, мама знает как, давай. Так, все семейство собрали. Здесь вечером должно быть вообще огонь. Поближе обнимаем тоже. Там все вместе должны обниматься. Во, вот это еще знакомство происходит. А еще у нас идет уже дождь. Вообще фантастика погода.
Вот та туча придет, нас вообще зальет. И вот вход сюда. У нас ЗАГС. Тан-таран-та-тан-таран-та-тан-тан-тан-тан-тан. Вот так включают документы чужого мужчины. Заходим. И торжественный ЗАГС. Да. Так. Симпатично. Мерцающий цвет мой любимый. Ставим невесту с жениха. О, красиво. Здесь так красиво спрятали туалеты за углом. Слушайте, ну симпатично. Самое главное, здесь тепло. Этого на улице не хватало. Что-то у нас совсем весна, не весна. Смотрите, как красиво смотрится. Затянить. У нас компания все больше и больше становится. Это зал, ребятки. Так вот симпатично все здесь выглядит. Можно живую музыку заказывать, можно обычную. Красота. Так, сначала гости заходят, усаживаются. Добрый день, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Сотовый телефон на бесшумный режим – это одно из самых важных. Вообще-то ручки. И готовы все кричать, визжать. Ура! О, громче всех. И еще одна семья добавилась, вода. Опять 10 громко кричал. Все, поехала работа дальше. Будем фоткаться уже на фоне всего остального. Главное, чтобы дождь прошел. Вроде бы нас чуть-чуть поймал, но дальше будет, надеюсь, что нормально. Вот такая вот работа, ребята. А то спрашиваю, что Юра, как ты работаешь, где ты работаешь? Каждый выбирает, кажется, то, что любит, то, что ему нравится. Я, конечно, больше просто по фотосессиям, но свадьба тоже интересное действие. Больше всего интересно смотреть, когда люди так переживают, готовятся. А ты уже был на 100-500 свадьбах и понимаешь, что это очень быстро, все легко происходит. Самое главное не волноваться. Так, все кучно вместе становимся. Самое главное, не забывай, улыбка уже, все страшное позади. Главное предложение, будете шампанское пить, пойдемте шампанское пить. Я за рулем, как всегда, видно. Ладно, у нас орешка еще должна быть. И, возможно, на набережную выйдем. Единственное, что ветер сегодня мешает. Но, честно, стало потеплее. Это радует. Потому что было вообще плюс 10 с утра начала. Сейчас все теплеет. Вот наша большая компания. Еще не хватает каких-то столиков, мест, где можно открыть шампанское, чтобы не возле багажника это происходило. После того, как им вручили шампанское, они начнут улыбаться уже. Все будет хорошо. Даже крышку можно не открывать. Вообще огонь. Сейчас бачки. Смотри, одели кольцо. Все, надо крупным планом, да, чтобы не перепутать. Это там красота. Ну, за молодых, да? Здоровья, счастья, любви, долгих лет жизни, скорейших детей, квартиры, дома, дачи.
и удачи. И Ореховая роща, друзья. Заходим. В эту сторону у нас красивые горы, облака. Здесь розочки растут. Их, кстати, подрезали, не знаю, выпустили веточки. Такой, знаете, прям в оазис попадаешь в Анапе. Такой невозмутимости и красоты. Я, кстати, так еще с вами не гулял по Ореховой роще. Лавочки вот эти вот мы не оценили. Вот, удобно сидит мамочка с ребенком, рядом мусорка. Красота. Интересно, конечно, что тут хотят переработать, потому что тут жди, когда деревья вырастут, и так уже сосны стали высокие, уже совсем вид поменялся. Как вам? Сейчас еще до центра дойдем, сейчас жду свою процессию, будем потихонечку ее фотографировать. О, нашли красивое место, фон отличный. В Ореховой роще на фоне елочек, прям очень красивые фотографии получились. Я, честно, доволен сегодня. Ну, что делать, дело молодое, красивое, так, смотрится великолепно. И единственное, сейчас хочется выйти на набережную и там возле Балясин сделать красивые фотографии, потому что там это просто восхищение. Но теперь давайте познакомлю вас немножко с Ореховой рощей. Ай, красота. Так, зацепилось невеста у нас, значит, что-то там. Обилие голубей, это, конечно, меня очень удивляет. Это центральное кольцо. Посмотрите, какие тут качели сделали. Теннисный стол стоит. Шикарный просто. Здесь фонтан. Пока еще жалко, что не запустили. Ух, какие кадры с голубями. В общем, все в розах. Надо ждать, когда они зацветут. Это будет вообще очень классно. Вот, смотрите, как используют эти качели. Огромное количество лавочек, друзья мои. Их просто здесь... Ну, даже слишком много, наверное. Но хотя слишком это не бывает такое. Смотрите. Какая площадка. Как тут было все раздолбанно, помню, приходил. И как круто сделал. Ой, какая просто в кораблике такая маленькая горочка. Здесь домик просто восхитительно. Надо приехать со своей дочерью тут. Полазить. Такая лазалка. Здесь как мягкая такая подстилка. Приятно, что наступил. Есть воркаут для занятия спортом на улице. Ну, конечно, хотелось еще больше бы детских здесь комплексов и комплексов для занятия спортом. Еще такая карусель есть. Но все-таки, да, как выглядит роща. Это, еще раз говорю, я здесь фотографировал просто миллион раз. Это одно из лучших мест для фотосессии в Анапе. Потому что очень легко найти места, где не видно ничего, кроме деревьев. Вот как мы сейчас фотографировались, несмотря на то, что, видите, на деревьях листьев еще на орехах нету, то здесь вот так вот елочки, как будто уже совсем другая погода. Вечно зеленых здесь предостаточно. Ну, шикарно, я считаю. А вы пишите в комментариях, как вам. Ветер дует, блин, на море хочется. Тут все ребята, о, ветер, как плохо, Юра. О, ветер, сильнее, сильнее, давай, на море пора. Вон. Ребята идут, даже здесь, представляете, когда вот это все распускается, как тут красиво. Орехи, кстати, тоже уже начинают листочки свои выбрасывать. Мы выходим, вот здесь еще одна дорожка, и она нас сейчас выберет на набережную, как раз таки в то место, где я рекламировал квартиру. Интересно, нашелся ли на нее покупатель. Ну, пока история, как говорится, об этом умалчивает. Так кому-то может повезти. Вот кофе фреш-бар, пожалуйста. Туалет бесплатный тоже есть. Тут какая зелень. Ой, солнышко выходит. Слушайте, я походу приеду кататься, там будет солнце, там будет классно. Завтра дождя вроде не должно быть, но ветер еще должен присутствовать. Но уже совершенно другой должен быть. Завтра плюс 17 вообще обещают. Хотя сегодня стало довольно-таки тепло. Вот, туда идем на новую набережную. Ну вот она и набережная. Ветре да я, шоп и пэц. Моя прическа тому подтверждение. Но зато очень красиво. Все, мне надо на море срочно. И смотрите, как тут выглядит оно. Наше моречко. Ой, какие волны. Купаться не советую в такую погоду. А вот... кататься для нас будет самое то. Уже там все ребята раскатывают волны. Ветер до 10 метров в секунду. Надеюсь, что у нас сейчас чуть-чуть хотя бы фотографий здесь красивых получится, и все будет классно. Так, мою компанию не сносят. Вы еще живы?
Да, сегодня обязательно. Я вот не знаю. Давай попробуем, там может поменьше ветра будет. Так, ты невесту держи. Сейчас сдует. Я думаю, на фоне ступени. Я бы не сказал, что здесь меньше дует. Дует так же. О. Тран-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан. Так, ладно, под юбку заглядывать не будем. Вам этот не нужен контент. Так, ребятки, ставим красиво. Ну, смотрится, вау. Так, сверху вообще ракурс классный, смотрите. Попросили, все разбежались. Набережная, набережная только наша. Я шучу просто. Поймали момент. Идем, идем, идем ко мне. Блин, ну как тут все это выглядит красиво. Уф. Сейчас ребята до меня дойдут. Так, платье нас подводит. Набережная все многолюднее, кстати, становится. Идем, 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 идем. Ракурс, смотрите, тоже красиво как. Вау. Прикиньте, как они красиво стоят. Еще одни будут на этой набережной. Да, фантастика получилась, ребятки. Меня, по крайней мере, прям очень радует. Вот так у нас ветер летит, все разлетается. Но набережная получилась все очень красиво, ребята. Все, ребята дофотографировались. Говорят, хватит нас мучить на сегодня. Вот так вот. Поэтому я тоже особо считаю, что на весь день фотосессии на свадьбах не нужны. Вот самое главное ЗАГС, там после ЗАГСа катание там в каких-то местах. Но у нас, видите, просто прогулочка. Я считаю, что в Анапе сделали это очень классно. У нас сегодня ветер немножко мешает, а так это фантастика. Представьте, летом еще все это будет зелени. То есть Ореховая роща, новая набережная. Для фотографов, которые сейчас приходят в работу с образами свадебными, это ну, просто невероятно. Как вас зовут? Наталья. Откуда? Ну, мы вообще из Магадана, но уже живем здесь. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Смотрите. Всего доброго. Всего доброго. Вот, еще застрелил, лучше стало. Вот так вот голуби, смотрите. Можно их руками трогать. А там ребята играют настольный теннис. Там только что мои подписчики пошли. Так, надо на море, на море, на море отвлекаться. Я, короче, еще взял фотоаппарат, начал фотографировать вот такую всякую разную красоту. Одуванчики, ждите красивые фотографии. Появятся обязательно. Надеюсь, что некрасиво получится. Хотя, честно, по-другому и быть не может. Конечно, будет красиво. Самое важное для фотографа, то, что я вот показал уже фотографии, они еще без цветокоррекции, но моим уже дорогим гостям на фотосессии они очень сильно понравились. И это меня очень радует. Я даже счастливо видел, улыбка не уходит с моих губ. Это фантастика. Самое главное то, ради чего работает фотограф. Ой, ребятки, забежал домой, поменял курточку, кепочку одел, взял кофеечек. Хочу Димке привет передать. Спасибо тебе большое, дорогой, за подарочек. Такая кружка, говорит, только у меня и у президента теперь есть от души. И отправляемся на море, ребятки. Классно жить на юге. У кого-то дома вообще магнолия своя, собственно, растет. Видите, одно дерево там чуть-чуть еще и второе более розовое вот, выглядывает. Завитки. Ваше здоровье. Как я хочу на море. Уж не могу, у меня прям бодраж. Не представляете это. Друзья, вот мы и на море. Солнце вышло. Это вообще что за фантастика, а? Ай, мои любимые дюночки. Здесь у нас сегодня красотец. Еще побольше бы солнца, без перистых облаков. Самое главное, у меня есть кофе. Кофе, море, я, волна и красота. Сейчас посмотрим, что тут вообще с катающимися. Ребята уже давно катаются, 11 где-то. О, они вон там все в море. Что-то их сносит. Так, Александр, я смотрю, на девяточке катает. Ну, что-то ему здесь не хватает. Непонятно, как оно будет. И снова здравствуйте. Давайте еще раз поздороваемся для видеофиксации. Снова здравствуйте. А что их так всех туда снесло-то? Или там лучше дует? Видишь, подкисло, у всех размеры маленькие. Ага. И немножечко подслилось. Ну, сейчас опять вроде раздувать начали. Так вот, если я двенашку надую, немного ли будет? Ведь двенашка собрана. Один кто-то пешком уже идет. У нас сегодня профессиональные фотографы. Да. Хорошо, все с маленькими размерами были. И вот. Вот 12-й кайт тоже. Сейчас. Есть контакт. Дима, здравствуй. Ты тоже прогуливаешь или ты уже перекачался? Добрый.
Ну и дайте здесь с морем еще даже поздороваться. Видите, ребята все ушли туда дальше, потому что там ветер сильнее продувает. Я не вижу, есть у нас на Можжепсине кто-то. Здесь у нас, вижу, возвращенцы идут пешком. То есть не хватило силы ветра. Но хоть он вот отсюда дует, то есть мыс не должен перекрывать. Но там, походу, в море посильнее продувает. Давайте пощупаем море. Вот при таком ветре оно становится самое теплое, самое прекрасное. Слушайте, водичка действительно очень классная. Мы находимся на пляжике район Восхода. Для кого-то, может, известное место, для кого-то, может, не очень. Ребята, мы фотографировали, покидают эти места. Вон, Александр идет на девятке. Машет, машет, машет. Машет, давай, Саня, ползи, ползи, ползи. Чуть-чуть не доехал. А нет, доехал. Что там? О, падает девятка, то есть мало. Что там? Совсем все мало? Я поздно приехал. Слушай, а если дальше на северное поехать? Да нет, он такой весь. Я уезжал дальше, специально туда, вот подальше. Пусть открывался. Один на один в один. Ну там вроде волны такие хорошие. Я на высоком берегу был, там прям сносит. Где? На высоком берегу. Да, вот там отходящий поток. Понял. Ударяется вверх и идет. Саня, не расстраивай меня. Второй день не могу пропустить уже. Ну что, друзья, мы будем пробовать. Пошел я переодеваться. Посмотрим, что там получится у нас. Ну что, ребятки, попробуем. Ветра мало, мне, может быть, не хватит. Но хоть, как говорится, рискнуть. А не рискнуть будет вообще печально. Вроде один галт я сделал, приехал сюда на глубину, смотрите, море, какая красота. Фух. Теперь надо попробовать вернуться максимально близко обратно. С камерой это будет максимально тяжело. И поехали, дорогие друзья. Для тех, кто любит море, хочет посмотреть на него со всех ракурсов, как раз тот, что надо, контент. Пытаюсь показать вам его. Но сегодня было, честно, очень сложно, потому что это очень слабый ветер. Волнишка была, но она такая небольшая. Но все равно красоту, я думаю, удастся вам передать, показать все те эмоции, которые испытывает человек, который просто с помощью парашюта и доски покоряет водную стихию. Хоть она и небольшая волнишка, но довольно-таки опасная. Течение сегодня было сильное боковое за счет того, что пришел ветер из-за мыса. То есть в такую погоду купаться бы я вам, честно, не советовал. За мной повторять тоже не надо, потому что, еще раз говорю, очень большой опыт, большая подготовка для того, чтобы покорять водные стихии. Красота, конечно, такой невероятный просто цвет моря. Выглядывало солнце. Ветерок нет-нет давал возможность разогнаться и наслаждаться всей этой красотой. Конечно, когда катаешься без камеры, когда не отвлекаешься ни на что, тебе это делать гораздо легче. Ну и здесь я пытался и старался сугубо для вас, чтобы потом вы могли у себя на экранах смотреть на раскаты волны, на вот эти вот великолепные прыжки. Да-да, сел нормально, нет, зарылся в воду, во все дыры залетает сразу же море, но это необходимо. Это для меня теперь настоящий наркотик, потому что вот когда ты так стоишь на доске, где-то далеко-далеко от берега, и тебе надо добраться туда, а еще надо зарезаться, чтобы подойти против ветра непосредственно к точке запуска, потому что потом придется идти пешком. Сегодня, кстати, вот ветра не хватало, два раза приходилось возвращаться по ветру туда вверх, по берегу пешком. Но это мелочи жизни, потому что вот такие кадры, которые остаются в глазах, которые вы видите на экране, они в памяти надолго. И всегда, когда ты чувствуешь ветер, тебе хочется именно в море. Я жалею, наверное, только о том, что гораздо раньше не пришел в этот вид спорта, потому что это единение с морем, с ветром, со стихией, то, чего в Анапе достаточно. И вот общаясь с кайтерами, многие даже переехали в Анапу, потому что в Анапе продувается очень хорошо ветрами. Есть возможность раскатывать на наших великолепных песчаных пляжах, которые в том числе и ради вот таких вот водных спортов надо сохранять, и они должны быть сбережены, чтобы
непосредственно было более безопасно кататься. Когда опыт подрастет, можно будет запускаться и на каменных пляжах, но здесь сейчас мы видим наши дюны, наши волны, которые так вот приходится перепрыгивать, и это невероятное удовольствие. Я еще на камере учусь найти хорошие ракурсы, чтобы потом это превратилось именно в хорошее кино, которое мы с вами вместе можем посмотреть, потому что очень много материала, которое было отснят, я пообрезал, повыкидывал. Ну, было, так сказать, не очень красиво вам его показывать, ну, какие-то неудачные моменты. Но выбрав самые красивые, я сейчас озвучиваю, смотрю на волны, чувствую этот ветер в волосах. Я катался сначала в ботинках, потом разулся, чтобы море было везде как можно больше. Жду уже потепления водички, вот полетели, чтобы уже полностью без гидрокостюма ощущать эту стихию полностью везде. Но пока только вот в таком виде получается. Баланс – это наше все вообще. Когда ты подлетаешь над волной, летишь, потом да-да, ах, тебе надо встать, намахнуть и едем дальше. Красота. С моря наше побережье выглядит гораздо интереснее. Даже пытаюсь вам улыбаться, чтобы вам с этой стороны не было так страшно за меня. Конечно, каждая ошибка может привести к жертвам. Мы уже в этом году потеряли одного кайтера, царство небесное. Но каждый, как говорится, выбирает свою стихию и отдается ей в полной мере. Хочется, чтобы все было максимально безопасно, хорошо и прекрасно. Но видя эмоции свои на лице, вот как все эти мышцы сжимаются так непроизвольно, это вообще так смешно становится. Потому что ощущаешь ты как нереальное удовольствие, когда едешь по волнам. Сегодня хотелось бы побольше ветра, побольше волн, ну, поимели то, что поимели. Потому что вчера, придя к берегу моря, не имея большого размера кайта, пришлось разворачиваться и уходить домой. А сегодня получилось даже на лайт-винде покататься. Тут я пытался с вами поговорить, сказать о том, что когда падаешь, все равно надо подниматься, показать вам, какое море красивое, чистое, на глубине. Дна, правда, не видно, потому что очень далеко от берега. И говорю о том, что после каждого падения должен быть подъем, должно быть движение дальше. Как и в жизни, собственно, так и здесь, по волнам, надо делать именно так. Упал, поднялся, поехал дальше. И никак иначе. Эмоции, конечно же, после сегодняшней каталки невероятные, потому что долго ждал именно выхода в море. В прошлый раз катались в лимане, но честно, лиман — это не то. Там, конечно, можно потренироваться, попрыгать, какие-то элементы поделать, но волны, виды, солнце, вкус моря, аромат моря ни с чем не сравнится. Невозможно заменить его лиманом. И я вот реально не понимаю тех людей, которые не выходят в море. Конечно, в лимане в разы просто безопаснее. И, может быть, для многих это является самым главным критерием выбора, где кататься. Так как 98% кайтеров даже не выходят в наше море. И правильно, наверное, делают, потому что жизнь, она, в принципе, одна. Но любовь к морю пересиливает, по крайней мере, у меня все остальные эмоции. Крайний галс, подхожу к берегу. Видите, не доехал до точки старта. Здесь буду возвращаться. Но решил после того, как сложил кайт, окунуться в море. И это вообще самые классные эмоции, когда ты уже вот так вот лежишь, даешься стихии. Вас, дорогие друзья, благодарю за то, что посмотрели данный видеосюжет. Надеюсь, что было интересно, полезно, классно. И мои эмоции вам передались. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это очень нужно и важно. Сегодня сюжет максимально разнообразный. Всем пока.